Посмотрим рюкзак якобы Swiss Gear подробнее. Ну, сразу по цене можно догадаться, что это, наверное, не настоящий швейцарский рюкзак. Но означает ли это, что он плохой? Давайте разбираться. Как видим, выглядит вполне симпатично. На фоне зеленого, может быть, лучше будет. Куча карманов. Ручка. Выглядит прочной. Видите, здесь внутри то, что похоже, по крайней мере, на металлический шнур в пластиковой оболочке. Вот оно. Куча карманов. Кстати, продается он как рюкзак с дождевиком. Но где дождевик? Если вы обыщете все эти многочисленные карманы, вы его не найдете. Где же он родимый? А вот где. На самом дне есть, ну, почти потайной карман. То есть туда не любой догадается заглянуть. И вот в этом кармане находится дождевик. Но надо понимать, что это дождевик, накидка на рюкзак, а не на человека. Как видим, он жесткий в плане спинки, то есть я его держу снизу, и он держится. Здесь у нас есть для USB подключения, для подключения наушников. Здесь эмблема, говорящая о том, что якобы будет airflow, то есть воздух у вас будет циркулировать, вот видите. То есть не будет прилипать к спине так сильно. Давайте заглянем вовнутрь. Вот на наше первое основное отделение. Здесь можно поместить, по идее, ноутбук. Замки производят впечатление добротных. Тогда номер два отделения. Сюда можно поместить лаваши и булочку. Шучу, это просто я поместил. Видите, большое довольно. Вот еще переднее отделение. Здесь видим кармашки, и сюда можно поместить бирку. Да, опять же шучу, это я просто поместил. Нельзя же мусор бросать, надо донести до урны. Ну и можно так сказать, великое множество кармашиков еще. Передние, боковые, боковые сетки. Бутылки с водой можно ставить, да. В общем, примерно так будет смотреться на спине. Как вы понимаете, вот этих вот USB и входа для наушников, соответствующие есть проводочки внутри. То есть вы их вставляете в плеер, вы их вставляете в powerbank, и у вас здесь выход есть. Сидит на спине хорошо, в принципе, удобно. Но это так, первое впечатление. Подписывайтесь и можете узнать, как он будет в эксплуатации, насколько это удобно. И действительно, можно за такие деньги получить хороший, бюджетный, симпатичный рюкзак. Всего доброго, не забудьте про лайк. До новых встреч, пока!